Ну так, добрый день, Алтай. Очень рада, что ты пришел поговорить. Но самое главное, почему я это делаю, потому что у меня теперь команда все-таки уже начинаю очень серьезно работать в интернете. И многим есть как будто это чувство, что они боятся начинать работать в интернет. Но я, насколько знаю, ты бизнесмен, у тебя очень хорошие были результаты на земле. Почему ты выбрал работать в интернете? Сарма, добрый день. Отличный вопрос. Да, действительно, имея несколько бизнесов на земле, зачем мне, как Женис говорит, зачем козе баян, да? Но обычно предприниматели мыслят немножко другими категориями. То есть один бизнес хорошо, два хорошо, три еще лучше, четыре, пять – это вообще супер. То есть самое страшное число в бизнесе – это число один. Один бизнес, один хороший менеджер – или один бухгалтер или финансист, да, это плохо. Может быть так, что что-то произошло с человеком, да, и бизнес не может держаться на такой цифре, как один. Поэтому я все-таки мультипредприниматель больше за то, чтобы у человека, если у него есть возможности, чтобы он раскрыл себя по максимуму. И тем более сейчас пришел интернет, технологии пришли, и, как говорит Билл Гейтс, если вашего бизнеса нет в интернете, вас нет. У вас нет бизнеса. Вот так он сказал, по-моему. Да, я И помню, было такое дело. да. И в одном из моих бизнесов, там я это увидел воочию, когда мы начали продвигать наш бизнес через интернет, он пу вот так выстрелил просто. Мы там озолотились. И я понял, что интернет это круто. И в 2019 году я уже параллельно начал развиваться в интернете. Потому что в 2019 год пришла корона. Пришла эпидемия, и тогда мы в бизнесе своем очень сильно провалились. И тогда для меня это был звонок, что, наверное, все-таки надо, чтобы дополнительно была еще одна трасса, которая приносила бы деньги. И онлайн-бизнес, он позволяет очень быстро зарабатывать деньги, нет рисков больших, не надо вкладывать 100 тысяч, 200, 500 тысяч долларов, не надо. Здесь достаточно 100, 200, 300 долларов. Вот, допустим, есть партнерские программы, есть разные проекты, где можно за счет того, что использовать определенные инструменты онлайн-продвижения, можно очень быстро зарабатывать деньги. Вот эта история мне нравится. Плюс нравится то, что ты не привязан к одному городу, ты не привязан к какой-то локации. Перед тобой весь мир. Ты вот сейчас в Великобритании, я в Алматы. Другие ребята есть в Германии, во Франции, в Америке. Да весь мир открытый. И интернет позволяет делать невероятные вещи. И я считаю, что будущее бизнес, будущее большое именно в онлайн заработке. Потому что в онлайне очень много денег, в онлайне очень легко строить бизнес, потому что есть технологии, которые позволяют через автоматизацию, как в Телеграме, например, да, можно очень быстро создавать хорошие комьюнити по интересам и делать большие деньги. Я вот за это. Ну вот, а что ты вот примерно, какая вот твоя рецепт, как сказать, да? Я вообще-то по специализации повар, да, шеф-повар. И знаешь, когда ты делаешь какое-то новое блюдо, ты что-то там ставишь и по вкусу пробуешь. И иногда, когда ты уже достиг какого-то уже уровня, ты уже не делаешь там 5 граммов то, 5 граммов то, ты просто все ставишь, и потом выходит что-то уникальное. И многие говорят, дай мне рецепт. Я говорю, я не знаю. Я же ставила так, как по глазу, да? Вот какой твой рецепт тем, которые только что начинают в интернете, которые вообще ничего не знают? Хороший вопрос, Сармочка. Я вообще люблю кушать. Я обожаю, как Ну, бы, да, все когда мужики любят готовят. кушать. Но когда ты девушку любишь, любая еда вкусная. Как бы она там ни сварила, как бы пересолила, неважно. Самая вкусная еда – это та еда, которую готовит твоя любимая женщина. Поэтому обожаю кушать и рад, что ты хорошую аналогию дала, потому что когда ты что-то любишь делать, ты это на автомате делаешь. Ты не Да. взвешиваешь там на грамм, там сколько, 5 граммов перца, там 2 грамма соли. Ты вот это чувствуешь, это как бы как музыка такая, да, как симфония своя такая кулинарная. И что бы я порекомендовал новичкам? Новичкам интернет – это большие джунгли.
опасные джунгли, и здесь много соблазнов, все сверкает, как в Лас-Вегасе, столько огоньков, и там хорошо, и там зазывают: «Эй, иди сюда, деньги много дадим, да, Да. станешь миллиардером, Ничего миллионером». делать То не есть надо, да? ничего делать не надо, приходи к нам, давай денежку. Это как фильм про Буратино, помните же, да? Там, да, вот когда они там сажали монеты золотые, там, да, и вот эта история. То есть ничего не надо делать, там, да, потом будешь Вырастет. вырастет, все, будешь богатым. Но на самом деле так не бывает. Интернет живет по своим законам, и в интернете ошибки, они стоят очень дорого. И чтобы ошибок не было, нужно брать хороших наставников. Я лично так считаю. То есть нужно выбрать хорошего наставника и хорошую команду. Тогда 100% у тебя не будет ошибок. Если эта ошибка будет, то она не сильно ударит по карману. Потому что есть опытный наставник, он тебе подскажет правильную дорогу, как пройти ее. Если сильная команда, желательно вот в команде, чтобы была сильная команда, интересные люди, и с этими людьми можно развиваться. Потому что именно команды делают результат. Именно наставники, опытные лидеры, они дают хорошие результаты. И новичкам нужно именно в этом направлении смотреть. То есть надо выбирать таких наставников, как ты, Сарма, как Валда, как другие опытные Но, девчата. Да, то есть знаешь, открытые, искренние, настоящие, которые хотят помочь я партнерам. Не просто с всегда, него денег заработать и убежать. А, да. да, они помогают, обучают, помогают, наставляют, поддерживают. То есть вот это такая среда должна быть. Тогда у новичка все получится, я так думаю. Но ты говоришь, такие наставники. Я всегда говорю, я в интернете, вообще интернете, на маркетинге, я чайник полный. У меня нету практики. Я работаю где-то 1,5 года, да. И я вот помню, ты говоришь, вот, что когда я начала вообще-то искать что-то работать в интернете, я долго-долго, вот, ну как мы говорим, все хочет что-то делать, но как будто наблюдает, а ничего не делает. Вот так я тоже где-то 7 лет вот так наблюдала, наблюдала, пока созрела, да. И многие мне говорили: «Ой, Сарми, я знаю, как ты работал, я раньше на земле работала, да». И сказала: «Никогда больше не буду». Вот никогда не говори никогда. Да, и они говорят: «Давай, иди к нам, иди к нам». И знаешь, я вот своей тоже девочке одной говорила: я здесь чувствую вот на данный момент, как ты говорил, как джунгля, но я чувствую так, что у меня, если есть человек, который идет впереди меня и этой мачете вот эти джунгли освобождает и показывается дорога, а там уже свет, да, виден, то уже, знаешь, ты уже легче тебе это все, ну, настроиться идти дальше. И, конечно, вот мы долго искали инструмента, потому что, ну, я тоже начала работать, и мы тоже наблюдали, как вы работаете, казаки-разбойники наши, да. И я сказала: ну, как они это делают? Не понимаю, ну, как у них это получается? У нас 500 людей, а у них 10 тысяч. Ну, как это возможно? А потом, когда мне до моих блонд, да, голове дошло, я поняла, что вы используете какой-то автоматизацией, какой-то инструмент. И мы начали сильно искать. Ну вот и нашли. Вот, спасибо Господу, как говорится. Ну вот как ты думаешь, если так посмотреть, мы можем, конечно, работать с телефоном только, да, 20 раз за день позвонить и, может быть, 10 подключать, да. Но вот как ты видишь эту автоматизацию, и что она дает для вообще для бизнеса в интернете? Сарма, отличный вопрос. На него полностью не смогу ответить, потому что здесь много факторов. Ну, начну с того, что в 2019 году я тоже зажегся идеей автоматизации, неудачно настроил рекламу в Фейсбуке, и мой аккаунт в Фейсбуке заблокировали. То есть Инстаграм тоже. И вот благодаря этому, благодаря вот этой ситуации, я начал искать другие варианты и пришел в Телеграм. Телеграм для меня вообще был непонятный. Думаю, что за мессенджер? Как здесь вообще работать? Сначала, ну, как бы не понимал, а потом я в него влюбился, когда понял, какие алгоритмы, какие ему возможности дает. И с 2019 года, вот сегодня уже 23-й год, 4-й год, я в Телеграме ни одного звонка не сделал. Все команды, которые я строил именно через Телеграм, через Это автоворонки, через уникально. рассылки,
Тогда в 2019 году инвайта еще не было, через группы, через каналы, вот так вот я строил бизнес. То есть эта модель мне понравилась, потому что ты не навязываешься друзьям, знакомым, соседям, а ты просто показываешь какую-то модель, говоришь, ребята, вот есть возможность, да, в принципе, зарабатывать деньги в онлайне, сидя дома в тапочках, и показываешь результат, и все. То есть и люди присматриваются, смотрят, наблюдают, и в какой-то момент говорят, слушай, ну классно, давай вместе подвигаемся. То есть и на сегодняшний день я считаю, что Telegram это самая лучшая площадка для рекрутинга, для того, чтобы здесь строить очень быстро команды. Потому что Telegram это топовый мессенджер, в котором почти скоро будет 1 миллиард пользователей, и он обогнал Ну даже да. WhatsApp, Facebook, ВКонтакте вообще там далеко-далеко отстали уже. И у Телеграма большое будущее, потому что Телеграм это как интернет в интернете. Здесь уже свои группы, каналы, комьюнити, платежные системы, свои сервисы. Здесь видеозвонки, аудио, обмен данными. Здесь это огромные возможности Телеграм дает. И в Телеграме на раз, два, три можно очень быстро создавать любую автоворонку для сетевиков, для инфобизнесменов, для любых бизнесов, для любых услуг. И за Да. счет этого Телеграм, он лучше всего подходит для автоматизации. И особенно сейчас, когда мы уже запускали нашу компанию Money Magnet, она полностью IT-компания, сервисная компания, где все эти инструменты мы используем на платформе Телеграма. Это и боты, и конструкторы ботов, и автоворонки. И полностью весь наш бизнес полностью, да, он находится в Telegram-боте. Плюс мы даем технологии по инвайту, по рассылкам, по много-много-много. Там всех не перечислить, больше 20 инструментов, которые позволяют любому партнеру, новичку с нуля вообще просто пришел, желание, чтобы было обучаться, внимательность, терпение. И месяц-два он спокойненько понимает, как это работает, начинает получать входящий поток партнеров и начинает поэтапно, да, вот это строить. И самое главное, вот эти инструменты дают, они абсолютно легко повторяемые. Их легко повторить. Любой зеленый новичок, он может повторить. Научиться А легко. дубликация в нашем бизнесе – это все. Если ты смог включить дубликацию, ты будешь миллионером. Это вопрос времени просто. И как раз Да. мы даем простые инструменты, проверенные инструменты, которые позволяют партнерам не только свой бизнес двигать, да, вот наш бизнес, но у человека свой, например, салон красоты. Он его через Telegram тоже может двигать. У него там свои услуги, у него инфобизнес или авторский блог, или свой канал, или, может быть, у него офлайн бизнес. То есть Telegram позволяет найти аудиторию, показать нужное кино, и эта аудитория потом вовлекается и покупает. То есть я считаю, Telegram это самое крутое, что на сегодняшний день есть, да, это Telegram. Ну И да. именно мы не могли обойти Telegram, и именно на платформе Telegram мы решили сделать нашу компанию с ее продуктами и Ну да, наша я линейка вообще-то продуктов. недавно узнала, что в Телеграме так много есть возможностей. Я думала, там просто мессенджер, да, просто. Но даже сначала я как-то вот далеко держалась, я говорю, у меня есть WhatsApp, зачем мне этот Телеграм? Да, а потом уже, когда начала понять, что там вообще все, внутри уже тебе даже не надо открывать никакие там другие валы или что-то, там все можно сделать внутри, то, конечно, стало очень интересно. У меня вчера был вот такой интересный разговор, и хочу от тебя ответа. Девушка, которая уже работает в интернете, у них большие команды, они уже почувствовали деньги, понимают, что это такое. И они говорят, да, это все хорошо, но эта компания все равно там придет и уйдет. Я говорю, ну, во-первых, насколько я понимаю, если ты сделал этот бот для себя, он уже тебе как твой собственность, да, все-таки, да. И плюс ты можешь его использовать, а компания тебе еще за это заплатит. Ну, такое вообще чудо, я первый раз вижу в своей жизни, если откровенно. Ну, вот как Сарма, ты это видишь? хороший вопрос. Да, любая история имеет начало, развитие и конец, как бы, да. Но в любом случае мы должны понимать, что наша компания, она сервисная, она сетевая компания с реальным IT-продуктом. То есть это реальные продукты. Вот как вот Microsoft, ее
программное обеспечение, Угу. как другие сервисы, которые дают услуги, на которых можно строить сайты или же можно делать какие-то услуги. Наша компания, она сервисная, она позволяет партнерам, любым, не обязательно сетевикам, предпринимателям, инфобизнесменам, используя наши инструменты, они могут получать трафик, они могут получать заинтересованных лидов, подписчиков, да, в свои каналы, в свои группы, в свои боты и дальше уже все монетизировать. Сервисы не могут испариться, потому что эти сервисы, которые мы создаем, мы смотрим, рынку нужен конструктор ботов, мы его делаем. Рынку нужны, например, комплексное решение в виде готового решения, парсинг, инвайтинг, фрилансеры, мы это даем. Рынку нужен еще инструмент, допустим, да, боты-админы, клонеры, там, рассылщики. Мы все это делаем, это сервис. Сервис не может испариться, потому что он стоит денег. И ну, он да, вот приносит именно определенную пользу. То есть, но если мы возьмем в интернете отдельный по отдельности сервис, там ежемесячная оплата или полугодовая, или годовая, это большие деньги, огромные деньги. Мы ребятам даем за $215 возможность на целый год взять все эти супер инструменты, которые позволят им вот за год, если они просто поймут, как это все работает, будут пользоваться, разберутся, они эти $215 могут в $215 000 превратить. Ну Потому что, да. продвигая, используя эти инструменты, понимая, как они работают, можно использовать эти инструменты, продвигать нашу платформу, и у нашей платформы шикарная партнерская программа, которая позволяет получать доход на всю глубину. То есть, чтобы там обычно реферальные программы, они закрываются на втором, на третьем уровне, ну, там, ну, максимум 10-й, 15-й уровень, дальше уже не платят. А мы даем возможность партнерам зарабатывать на всю глубину. Может быть, через полгода у вас там движение начнется на 20-й, 30-й, 100-й глубине, без разницы. Мы не жадные, мы даем возможность партнерам использовать наши продукты хорошо, и на этом хорошо зарабатывать. Зарабатывать очень большие деньги. Вот в этом наше большое преимущество. Ну да, это очень даже, да, очень что-то новое совсем. И, ну, конечно, если каждый понимает, чтобы идти и работать в интернете, ты нужен что-то учиться. Все эти курсы, они вообще-то дорогие, если откровенно, там деньги бешеные. Плюс, если я знаю одну бизнес-компанию, где я тоже работаю, бот стоит 500 евро. Он весь на английском, во-первых. Во-вторых, его надо устроить, чтобы он начал работать. Сначала это видение было такое, что он будет дать нам людей из Google, из YouTube, от всего. А теперь оказывается, что нам надо своих контактов поставить, чтобы он отправил месседж. Ну, я же могу сама отправить, понимаешь? А вот в этом сервисе, что я увидела для себя, понимаешь, я когда сделаю рекламу на Фейсбуке, я сделаю рекламу и смотрю там, сколько там кликов и сколько там зашли, нифига они там не заходят, понимаешь? Ну, нету, да? А тут я вижу эту... У меня есть своя рекламная кампания, мой как будто рекламный салон, и я приглашаю этих людей, или он идет мимо меня и заходит, там видит, да, о, это работает там то-то-то, там есть такой инструмент, он заходит, он увидел, и он возьмет. И я могу к себе приглашать 1000, 10 000, даже побольше, да. И мне не надо ждать, когда он кликнет на мою ссылку. Если я ставлю в Ютубе, я же всех всегда просто отбираю, чтобы они меня не мешали смотреть, да. А тут он заходит, если он увидит, то он уже смотрит. О, интересно, да. Так что я его вижу как мою персональную рекламную кампанию. Как, ну, знаешь, как я уже как босс тут чувствую, да, в своем канале. Вот это я увидела, что мне очень даже понравилось, да. Сарма, абсолютно правильное видение. Цель любого движения в интернете, раз вы пришли в интернет зарабатывать, цель любого вашего сайта, вашего любого бота, вашего видеоролика – привлечь внимание аудитории и сделать ее захват. И как Ну, раз да. Мы сделали это именно в виде Telegram-бота. Как только человек нажимает кнопку старт, кнопочку, бот сразу же цепко его хватает, и все. И он находится в боте. И дальше уже
через серию касаний вы можете показывать возможности нашего бизнеса, отправить ему ролик, созвониться с ним, отправить голосовое, поздравить его с днем рождения, поздравить его с праздником. То есть начинается коммуникация. Вот с этого момента, как раз бот до этого момента свое дело сделал, Да, он да. ушел за тебя 24 на Начинается 7. моя работа, да. Угу. У тебя зарплату не просит он, хлеб не просит у тебя. Ну Он вот ушел именно. работать, через 24 часа он тебе 3-4 контакта приносит, потому что он находится Да, под да, роликом в да, да. Ютубе, он Угу. находится под постом у тебя в Фейсбуке, в соцсетях, в ТикТоке, и он тебе приносит лидов. То есть те люди, которых заинтересовало что-то, заинтересовало, возможно, денег, автоматизация, может быть, личностный рост, что-то Угу. заинтересовало, да. И дальше ты понимаешь, что это не просто с неба свалился какой-то непонятный холодный контакт. Это человек, который, в принципе, теплый. И при правильной Угу. коммуникации ты можешь из него сделать хорошего первоклассного партнера. То есть начинается, вот с этого Угу. момента начинается работа. То есть бот свое дело сделал, дал тебе контакт человека, которого интересна тема заработка, а дальше через правильные коммуникации, вовлечение, ты уже с ним дальше начинаешь Угу. двигаться, и, возможно, он станет твоим партнером. Ну, я думаю, что еще одна есть очень такая важная вещь, что для каждого лидера или для каждого, который понял, что он хочет работать в интернете, ему есть очень, ну, как сказать, для меня важно, чтобы мои люди могли делать то же самое, что мне. А просто так им дать это все, что я делаю, это очень трудно. Понимаешь, это дубликацию делать, это не так уж просто. А тут эта дубликация, она сама собой уже готова. Тебе только надо открыть, вот зайти в Zoom, открыть, показать, если ты что-то не понял, помочь это все поставить. И потом есть так, вау, действительно работает, как же так, понимаешь? И это вот та сила, да, я всегда говорила, я когда еще на земле работала, я всем своим сказала, если ты хочешь 1000 заработать, научи 3 людей под тебя заработать хотя бы 300 или 500. Если ты хочешь побольше, то научи 3 получить 1000, тебе уже будет 3000, да. А они будут довольны, потому что они пришли, это первый шаг, они получили 1000. Вот как я получила чек первый 1600, я думала, бац, в жизни, первый раз в жизни, вот так легко, понимаешь, сам собой. Откуда, как, да, ну, все идет, все работает, понимаешь? Так что да. Да, Сармочка, абсолютно верно. Наш бизнес прекрасен тем, что его можно автоматизировать. Его можно носить в телефоне. В телефоне ты уехала в Штаты или в Европу, или куда-то приехала, твой бизнес в телефоне. Да. Ты можешь спокойненько его строить, коммуницировать, развивать, зарабатывать деньги. И наша модель еще хороша тем, что это MLM бизнес, то есть multi-level marketing. Здесь важно не самому все тащить Ну да. 100%, сам. Как один умный человек сказал, лучше я буду получать 1% от усилий 100 Именно. человек, чем 100% за счет своих усилий. Поэтому Угу. себя может не хватить, а когда мы работаем с командой, и наша задача именно команде дать эти инструменты, чем лучше команда поймет и будет лучше использовать, тем быстрее достигнешь своих Будет целей. Потому что результат, да. Угу. 100 человек под тобой сделали по 1000 долларов, вот у тебя товар 100 тысяч долларов. 100 тысяч по нашему маркетингу – это 10-15 тысяч долларов твой чек будет. Поэтому мы все делаем для того, чтобы наши партнеры, даже зеленые новички, очень быстро могли обучиться этому ремеслу, этому боту, этим автоворонкам, этим инструментам, и дальше уже спокойно, уверенно, без страха строили свой бизнес в интернете. Потому что интернет – это океан, огромный океан, и ты можешь с любой точки работать, и ты можешь находить друзей, партнеров по всему миру, потому что интернет, это там нет границ. Поэтому ну да, он вот эти крутые глобальный, да. инструменты мы как раз вот и даем. И сегодня Андрей Прохоров, он основатель компании, он сегодня будет как раз делать презентацию, показывать Да, да, все мы эти ждем, возможности. очень, очень ждем. Да, ну, конечно, ну, я думаю, что ты нам очень много рассказал, очень, очень полезные вещи, да, и, конечно, спасибо, что ты нашел время
потому что я знаю, как ты busy, да. Так что очень хорошо, и я думаю, что нашим тоже это пойдет пользу, чтобы они увидели эту мысль, да, что не только те, которые уже дошли до края, да, что уже нету вариантов, что нету, ты боишься идти в магазин, потому что цены поднимаются, да, и тебе нету вообще вариантов, то вот тебе интернет, ну, посмотри, люди там работают, даже от больших бизнесов он начинает работать интернет, и он дает такие результаты, что вообще-то класс, да, только учиться, учиться и еще раз учиться. Так что да. Сарма, абсолютно верно. Используя нашу компанию, используя наши инструменты, используя наш маркетинг, ну, полгода, год, у вас счет в банке будет как номер телефона. Я это каждому желаю. Ну дай Бог. Просто нужна вера в себя, вера в компанию, в продукт. В принципе, работать, да, делать простые вещи и сами не заметите, как ты говоришь, $1600. Я даже не поняла, как, да? Ну да, это 1100 так, долларов это... вау. Для новичка это хорошие деньги, тем Ну. более в первый месяц сразу, дальше больше. Ну Поэтому, да. Нет, Сарма, были, конечно, деньги, но не так легко, понимаешь, не так легко. Да, ну, деньги везде есть, но есть разница, как ты их получаешь. Ты там лопатой работаешь, и все-таки ты там, вот смотришь, один день чек там 100, второй день уже 300, а там уже идет вверх, да. И самое главное тоже, я думаю, для тех, которые и других любого проекта, да, но самая большая проблема – это все-таки люди, это партнеры. Если их мы можем найти, да, достучаться, и, может быть, есть там человек, который ищет именно то, что мы предлагаем, но он не знает. А как ему узнать, если мы не будем показывать, что мы делаем, да? Так что надо делиться информацией и используя наши инструменты, Сарм, это очень легко сделать. И тебе, по да. большому Да. счету, в нашем бизнесе, на чтобы выйти на чек 5, 10, 15, 20 тысяч долларов, тебе не нужно 50 человек, тебе Ну нужно вот 5 человек именно, да, вот именно. активных партнеров и помочь им запустить точно так же бизнес, Да. исключить дубликацию. Пятый, шестой уровень, там у тебя команда несколько тысяч Ну человек. вот именно. Поэтому это классная индустрия, тем более с такими шикарными инструментами. Удовольствие можно строить свой онлайн-бизнес, свой личный бренд, свой бизнес, свою команду очень быстро можно вырастить именно на наших инструментах. Я вот так вот вижу, Сарма. Ну да, ну спасибо тебе большое. До следующего раза. И пока. До свидания. Да, Сарма, Пока-пока. благодарю. Пока. Давай, пока. До встречи. Ата.